Это видео создано по желанию Алисы, которой 9 июля исполнилось 8 лет. Алиса знает, откуда надо взять карту, которая должна гармонировать с девяткой червей. Вот оно, заветное сочетание. Алиса высказала второе желание, повторно вытащить понравившуюся карту. Спокойствие, все под контролем. Кто бы сомневался, опять получилось организовать заветное сочетание. Алиса пожелала закрепить свой успех и в третий раз вытащить всю ту же карту. Неужели Алиса сможет подряд три раза наугад вытащить свою семерку червей? Вот так, не думая мгновенно. Это улыбка победителя. Пусть Алиса тебе так же везет в жизни. Удачи! Спасибо за внимание и долготерпение.